Сигнал о взрыве поступил в дежурную часть 10 августа в 5:50. И, как теперь вспоминает сторож Вероника Простакишина, значит, он прогремел примерно в 5:15. Как раз в это время девушка собиралась подняться с кресла в коридоре и пройти на кухню. Я как бы сидела здесь на кресле, ну, как бы встала, нам надо идти печь. Ну, до туда дошла, вернулась. Телефон у меня лежал там за дверью на полке. Я вот за телефоном вернулась, взяла телефон, как бы дошла до сюда, и произошел взрыв. Вы собирались идти на кухню? Да, мне надо было не в прачку, мне надо было идти до кухни через весь коридор. Но я просто вернулась за телефоном. Если бы, конечно, бы я не вернулась, то как раз бы до середины коридора дошла. Не иначе, как Божий промысел сохранил в Веронике жизнь и здоровье. Ударной волной вынесла стекла и дверь. Полностью разрушила прачечную и сильно повредила две внутренних стены. Как раз в соседнем с коридором помещении размещается спальня ясельной группы. На нее теперь страшно взглянуть. Это стена, да, которая соединяет вот это с коридором идет, да, вот там. И по нашим предположениям на сегодняшний день, вот титан находился как раз вот в этом углу того помещения. И, соответственно, вся основная, да, сила удара пришлась вот на этот участок и, соответственно, повредила вот этот тоже фрагмент стены. Видите, вот пятно копоти. Да. Вот мы не смогли сейчас объяснить себе его образование и происхождение. Но, по крайней мере, сотрудники утверждают, что его не было. Второй титан остался целым. Тот, который, по мнению следствия, стал причиной взрыва, разлетелся на куски. При этом и руководство детского сада, и сторож уверяют, что все электрооборудование было выключено. Становится понятным, что прогремев взрыв в дневное время, жертв было бы не избежать. В соседних с детским садом домах почувствовали взрывную волну и даже подумали, что случилось землетрясение. Осматривается версия теракта или нет? На данный момент данных, которые бы свидетельствовали об умышленном характере действий, которые привели к этому взрыву, таких не получено. Ну и, соответственно, пока оснований для таких выводов нет на сегодняшний момент. Основной версией следствия по-прежнему называют технический разрыв электроводонагревателя, обыкновенного бытового прибора марки «Аристон», рассчитанного на 100 литров воды. Нагревательный элемент в нем меняли всего месяц назад. По словам работавших на месте взрывотехников, в их практике не было подобных взрывов электрических водонагревателей. При этом подобные приборы стоят во всех детских садах, школах и даже квартирах Чернышевска. Здесь на все лето отключают горячую воду. Мною было выдано распоряжение проверить все дошкольные учреждения, образовательные учреждения на предмет пожарной безопасности, на предмет электробезопасности, на предмет охраны этих зданий и сооружений. Как сообщил начальник управления образования района, приемка детского сада прошла 4 августа. Электронагревательные приборы на предмет безопасной эксплуатации, они не испытывались непосредственно. Именно выявить недостатки, но они находятся в эксплуатации, и в ходе эксплуатации обычно выявляется прибор, исправен или неисправен. А что касается данного водонагревательного котла, он, прибор, сам отопитель, имеет терморегулятор, и при достижении температуры воды определенного потолка терморегулятор срабатывает, и автоматически подача электрической энергии отключается. На месте происшествия тщательно поработали взрывотехники и технические эксперты. По их мнению, видимых криминальных причин взрыва установить не удалось. Единственный вопрос в том, почему он взорвался, потому что этот момент вызывает у многих вопросы и недоумение. Но объяснения пока нет, по какой причине все-таки действительно взрыв произошел. Но полагаем, что это, видимо, связано с неисправностью электрооборудования самого нагревателя. Чернышевский детский сад номер 28 принимает около 140 воспитанников. Глава района Виктор Наделяев обещает, что средства найдутся, ремонт сделают примерно за 2 месяца. И садик начнет снова принимать детей. Ирина Трофимова, Сергей Рычков из поселка Чернышевск.